Ода всем женщинам этой планеты посвящается и моей духовной наставнице Лидии Павловне Ким. Урана, оскопленного творения, из пенных брызг под музыку стихов, со льда паркета светского веселья, с прелюдией альковных приключений, под соло колыбельных песнопений, в константе теплого уюта очагов, в объятье змия, как ребру Адам ей глины не повезло, сквозь пыль седых веков вручен ей посох грехофильства Магдалины, с тавром вины под гимн святых отцов, по воле злой ветхобиблейского сатира, с котомкой веры жить и, обретя любовь, геном структурный сотворения мира, с надеждой повстречаться вновь и обрести в Спасителя, кумира, всем подарившего единственный завет. Любовь есть негасимый светоч мира и аромат творящей жизни свет. Озябший странник, опущусь у ваших ног с букетом из нетлеющих фиалок, освобожусь от тяжких дум и горестных забот и к вечности, блаженно прикасаясь, перебираю четки ваших нежных стоп.